Буква «Н». 15-я буква современного русского алфавита. В старо- и церковнославянских азбуках называется «наш». В кириллице буква имеет такое начертание и происходит от буквы «ню» греческого алфавита. В позднейшем развитии кирилловского письма, примерно с XIV века, поперечная черта у буквы становится короче и приближается к горизонтальному положению. Именно эта форма буквы была положена в основу начертания «Н» в гражданской азбуке, которая была утверждена Петром I в 1710 году. В кириллице числовое значение буквы «Н» — 50. В глаголице буква «Н» имеет такое начертание, и ее числовое значение — 70.